Мусульманские и христианские праздники Ураза, прекращение поста и Пасху, Светлое Христово Воскресенье могут пройти в онлайн-режиме в Казахстане. Руководителям религиозных организаций рекомендовали строго соблюдать карантинный режим. Сегодня министр информации и общественного развития Даурен Абаев напомнил, что сейчас по стране запрещены все мероприятия, которые носят коллективный характер. Несмотря на важность священных праздников, пандемия коронавируса представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни казахстанцев. А что касается распространения фейковой информации по поводу тотального заражения COVID-19, то, по словам Абаева, сейчас полиция расследует более 40 дел. Каждый день люди, не задумываясь о последствиях, публикуют старое видео, видео из других стран. Якобы все это сейчас происходит в Казахстане. Идет рассылка аудиозаписей о якобы новых случаях массового заражения. Это сеет панику в обществе. Поэтому в очередной раз просим доверять только официальным источникам.